Если на вашем участке поселились муравьи, значит овощи и фрукты будут испытывать проблемы в ходе роста. Муравей будет закислять почву, подъедать корневые системы растений, разносить тлю по участку и вредить десяткам других способов. Чтобы избавиться от вредителей, у каждого дачника есть свои методы. У кого-то эффективные, у других не очень. В этом видео я расскажу вам, как быстро справиться с муравьями при помощи двух ингредиентов, которые найдутся в любом доме – банановой кожуры и пищевой соды. Сама кожура в составе этого метода используется в качестве приманки для насекомых, которые обязательно накинутся на сладкое лакомство. Но чтобы не просто накормить муравья вкуснятиной, а избавиться от вредителей, нужно поработать над ловушкой. Мы обработаем банановую кожуру в растворе пищевой соды, чтобы она приобрела щелочные свойства и в результате контакта с муравьем уничтожала его экзоскелет и пищеварительную систему. Для приготовления этого средства берем кожуру от двух спелых, а еще лучше перезрелых бананов, опускаем в раствор из 2 литров воды и 5 ложек пищевой соды и настаиваем на протяжении суток. Ловушку нужно разрезать на небольшие кусочки и разложить по местам, где находятся муравьи. Возле муравейника, по муравьиным тропам, возле плодовых деревьев и в других местах. Кожуру нужно раз в 2-3 дня менять на новую, чтобы муравьи постоянно таскали в муравейник отравленное лакомство. В результате должна погибнуть матка, трутни и муравьи, а немногочисленные особи просто переползут на другой участок для своего спасения.